З верой у ЦУД новогодние святы протягиваются, и сегодня областное отделение Белорусского фонда миру наведало один из гомельских домов семейного типа. Это стало черговым мероприемством республиканской акции «Наши дети». Марина Северьянова с подробязностями. У гэтым доме на Белецкой 52 живе великая семья, у якой нема чужих детей. Усе хлопчики и девчинки, якія трапляют сюды, одразу становятся родными. Сёння с подарунками да их завітали гости, а з ими и наша здымачная бригада. Великая семья Натальи Батуриной – 11 детей. Родные, а их у женщины трое, давно выросли и живут особенно. Заразу вся любовь у пяшота шмадетной мати отдается и множится для хлопчиков и девчинок, от яких отмовились их биологичные батьки. Хоть и устаешь немножко, но не такое тепло. Они дают добро, они дают силы. Иногда кажется, вот уже совсем ничего не хочется, да? Вот. А с ними пообщаешься, с ними походишь. Всякие проблемы, всякие боли, всякие заботы уходят. А зараз гэтые дети могут на нарешті жить простыми и зрозумелыми марами, например, об новогодних чудах. А еще, кажуть хлопчики и девчонки, так приятно, когда есть кого называть мати. Она всегда может поддержать, можно куда-нибудь с ней сходить. А куда вы ходите? Ну, бывает на елку, когда Новый год, а так всякие мероприятия. А вот и гости. Яны не только показали детям представление, а Дед Мороз и Снегурка погуляли с хлопчиками и девчонками. Самое чеканное для всех детей – это подарунки. Причем каждый отримал тое, об чем марил. Анжелика, например, вельми чекала Деда Мороза. Досылала лист до его, у яким просила об музычной колонце. Я ждала Деда Мороза. Я заказывала колонку, он мне принес вот такой вот красивый красочный подарок, музыкальный. Не забылися гости об человеку, без якого не было бы этой великой дружной семьи. У подарунок Натальи Батуриной гости привезли незаменного помощника – шматфункциональный пылесос. Але для женщины самое важное, чтобы ее семьи был мир. Этого ж пожадал и старшиня правления Гомельского областного отделения Белорусский фонд миру Тимофей Глушаков. Конечно, ребята видят, какую заботу о детях проявляет государство и о многодетных семьях, конечно, они будут стараться, чтобы и тоже получилась их многодетная семья. А это очень важно, потому что ну, будет население, будет развиваться государство. За период проведения республиканской акции «Наши дети» объединение провело десятки мероприемств. У них поудельничали свыше 650 детей. На новогодние подарунки было выделено больше 4000 рублей. Самые важные кропки святочного маршрута фонду миру были у домах семейного типа, детячих спецустановах, на так само шмадетных и малозабеспеченных семьях. Традиционно новогодние святы мы сдымаем шмат доброчинных мероприемств. Але такое, как сегодня, особливое. Знову и знову усведомляю, что самая годная миссия на земле – быть мати. А мати для покинутых детей – удвоя. Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».